Друзья, сейчас вы просмотрите ролик, в котором я по ошибке удалил часть исходников, и мне их никак не восстановить. Поэтому видеоролик урезанный, неполный. Ну вот то, что там получилось, посмотрите. Данное предисловие я записываю с нового видеоролика, где я сижу в другом чуть-чуть месте. Также ловлю леща и думаю, что он выйдет через неделю. Рекомендую посмотреть, потому что будет интересно. Поймано очень много рыбы. Ну, не очень много, но достаточно. Все, смотрите. Всех приветствую. Это канал Рыбалка Лайф, 47-й регион. Опять я на Волхове, опять на леща. Время сейчас у нас 17:43. До темноты остается буквально 1,5–2 часа. Я приехал с палаткой. Приехал в это время. Машин, конечно, очень много, все занято. Кто-то возвращается, кто-то вот только пришел. Значит, палатку пока я ставить не буду. Развожу сейчас все удилища, закормлюсь. Ну, а потом расскажу, как, чего и почему. Я приехал с Леонидом. Леонид вверх по течению стал на первом же месте, свободным. Завтра вечером мы уже уезжаем, потому что понедельник на работу. Все, сейчас раскладываю удочку, закармливаюсь, ставлю палатку, а потом уже включусь, наверное, тут. Так, ну что, друзья, сейчас пробьем дно, посмотрим, что там. О, я то же самое делаю. Смотри, вчера ловил, позавчера. Мужик неплохо ловил на самой дальней бровке, метров 50. Я под берегом отсидел, нихуя. Потом ушел на метров 50, одного закивушного взял. Сейчас ночью, может быть, и под берегом будет, но если на 2 фидер... Так, ну что, пробуем. Заброс. Ну... А здесь все печально. 4 метра. Пробуем еще раз. Дать будем туда, да. Ага, ну вот это уже более, это уже более 9 метров. Так. Ровное дно. Вот бровка пошла. Клипсуем ее. Смотрим. Все, тут уже мель. Сейчас 20-ю кормушку кидаю. Но я поочередно кидаю. Вот у меня тут вторая, с правой стороны тоже удочка стоит. Но так как темно, ни хрена не видно. Поэтому я вот кидаю одну удочку, ставлю на стойку. Потом подхожу к другой,
Выматываю, набиваю кормом кормушку, закидываю, ставлю на стойку, потом подхожу к этой, и так поочередно. В общем, я уже на эту 10 и на ту 10 кормушку положил. Думаю, что хватит. Уже буду завтра докармливать часов в 5 утра. Все. 5 часов утра надо идти ловить. Закидывать опять кормушки. Закармливаться. Что-то у нас там такое. А нет, Лёша небольшой. Небольшой Лёша. Такой совсем небольшой. Что там? Сапа, наверное. Что-то. Ну не, густера. Густера пошла. Пошла густера. Еще раз поклевка. Я вообще не снимаю, неудобно снимать тут. Ну вот что-то вроде. Вот это что-то уже посолидней. Ух ты. Да, лезь. Лещ небольшой, нормальный. И клюнул он на червя с опарышем. Так вот. Такой вот лещ. Сапа клюет. Хорошая сапа, конечно, но это зачем приехал? О, какая сапа!
мотыль с опарышем. А вот здесь сразу же вторая поклевка, и тут есть, сидит. Что-то я его не чувствую. Не, вот он сидит еще. Сидит. Ну, это уже нормальный. Такой лещ. Ну что, один еще пойман. Клюет очень слабо. Очень. Я думаю, что у меня клюет только из-за того, что я ставлю 0,14 палатки вот такие. Они действительно 0,14, разрывная действительно такая, 4,7. Удивительно, не рвутся. Ну, рвутся, но на леще они не рвутся почти. А по идее должен быть лещ. Поводок не оторвет опять, или какой-нибудь камень не зацепится. Место здесь такой говняный. Ну не, вон он сидит. Нормальный Леша. Готов. Вот такой нормальный. Вот Леонид пришел. На 10-й день пришел Леонид. Да, нагулялся, блин. Ну как погуляли вчера? Не, я поспать пошел. Ну ладно. Друзья, еще один взял. Да сколько, насколько хороши поводки. И это поводок на 14, он держит. Вот смотрите, как тянет он. Вон как он давит. О. Хороший лещ. Отличный. Хороший лещ. Ах, отцепился. Блин, прямо. Ай, перехвалил поводки. По-моему, за траву зацепился и ушел. Ух ты, ё-моё, блин! В общем, перерыв был часа два. И вот и поклевка. Вот поклевка. Сейчас. Ух ты, давит-то как, а? Фрикцион я уже сделал. Потому что ну его нафиг.
поводок, конечно, хороший, но лещ важнее. Хоть посмотреть бы на него, что там за монстр-то? А? Ну где там? Где он? Где он там? А, вот он. Вот он, я ему сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще под камеру надо завести. Не просто так все это. Ну, отличный лещ. Отличный, просто прекрасный. Так. Ну, это уже радует. Это уже радует. Есть он не хочет, верхняя губа. Еще один залетел. Палатку собирал. И вот в перерыве. А, зараза, цепилась. Уже 5 кормушек у меня оторвал. О, ни хрена себе, как он лупит. Чтоб тебя. А вот он, я его вижу. Хороший. А что они такие резвые? Потеплело, сейчас 16 градусов. Ну да, они резвые стали. И почему-то все на одну. На одну удочку. На среднюю. Хотя вроде везде все одинаково. Ну, отличный. Да поводок не оборвешь. Зараза. К 5 часам попался еще один вроде. Блин, какие резвые-то, а? Ага, все, я ему дал глотнуть воздуха. Хороший. Хороший Леша. Попался он в краешек губы. Опарыш червяк. Только перезакинул и сразу же попался. На левую наконец-то поклевка. Больше не дергает что-то. Фу. Странно. А, не, вон он. Вон он. Вон он. Что-то он какой-то обессиленный. Очень хороший лещ. Вообще замечательный лещик. Чем больше они, тем меньше сопротивляются. Ну вот я дождался клёва. Вообще отличный лещ. Отличный. Я дождался вечернего выхода. И сейчас уже можно будет собираться домой уже. Поймано достаточно. Поймано достаточно. Пошел. Все, я собрался.
телега вот у меня, палатка. Ну, пришлось брать, потому что палатку неудобно далеко идти. С этой телегой, конечно, тоже неудобно. Все собрал, рюкзак, все. Сейчас рыбу отпустим. Так, ну что там мы поймали? Ну, сейчас скажу. Килограмм 10, наверное, есть. Может и больше. В общем, хорошие лещи. Вот такие. Здоровенный тут еще. Во. Поменьше. В общем, по рыбе получилось где-то в районе 10-11 килограмм. Ну, немного, ну и в принципе немало. Вся рыба была выпущена. Начинала записывать под одну камеру, а заканчивала под другую. И вот с другой камеры я все исходники удалил. Все, друзья. Это канал Рыбалка Лайф, 47-й регион. Как я уже говорил, сейчас я записываю это видео уже с другого выезда. Также сижу на Волхове, чуть-чуть в другом месте. В общем, с ночевкой приехал, переночевал. Скоро буду собираться домой. Рыба поймана. Тоже рыбалка непростая. Смотрите следующий ролик через неделю. Ни хвоста вам, ни чешуи. Всего доброго.